Приветствую вас на канале TechRevisor. В этом рейтинге мы собрали 7 лучших пылесосов с контейнером в 2022 году. Такие пылесосы сегодня остаются очень популярными. Мешковые постепенно уходят в прошлое, неудобные в плане очистки, а современные ручные, как инновационные роботы-пылесосы, не могут похвалиться сопоставимой мощностью, а значит и качеством уборки. Пылесосы циклонного типа стоят на порядок дешевле. На рынке есть дорогие модели стоимостью выше 50 тысяч рублей и бюджетные в пределах 15. И с уборкой они справляются примерно одинаково, да и по основным характеристикам идентичны. Вопрос только в имени бренда, качестве исполнения и наличии дополнительных насадок, которыми большинство пользователей даже не пользуются. При составлении рейтинга на фактор цены мы опирались больше всего, чтобы подобрать пылесос, оптимальный по соотношению цена-качество. За помощью мы обратились к профессионалам и обычным пользователям. Перечень преимуществ и недостатков всех моделей основан на их личном опыте пользования. Курс рубля ежедневно меняется, поэтому актуальную цену рекомендую смотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. А прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. И чтобы не пропускать выход новых роликов, нажмите колокольчик. Ну а теперь поехали! Открывает рейтинг Dyson CY28 Park White 2. Компактность и футуристичный дизайн привлекают внимание к этой модели. Уступает конкурентам по основным техническим параметрам: мощность 700 Вт, мощность всасывания 170 аэроватт. Первое можно рассматривать как плюс – экономия электроэнергии, второе заметно сказывается на качестве уборки ковровых покрытий. При этом модель имеет регулятор мощности, в теории можно использовать не на всю. На практике это работает только на твердых поверхностях. Единственный плюс – плавный запуск, что исключает преждевременный износ двигателя. Объем контейнера 0,8 литра – это один из худших показателей в рейтинге. Похвастаться модель может длинным кабелем питания на 6,6 метра, против стандартных 5 у большинства конкурентов в рейтинге. В комплекте поставки, кроме основной насадки, есть полевая, щелевая и мебельная насадки. Цена – 50 тысяч рублей. Привлекательная внешняя модель, которая уступает большинству конкурентов в рейтинге по мощности. Она сопоставима с Körcher VC3, на который мы рекомендуем обратить внимание ввиду меньшего в несколько раз ценника. Для уборки больших квартир с большим числом ковровых покрытий лучше взять модель помощнее. Например, Philips FC9733. На шестой строчке Körcher VC3. Легендарная модель известного немецкого бренда, выпущена в 2016 году, не теряет актуальности и сегодня. Выполнена в духе бренда, футуристичный дизайн, сочетание желтого и черного цветов. Достаточно маневренный пылесос. При габаритах 39 на 27 на 33 см и массе порядка 5 кг удобен в управлении. Мощность сопоставима с Dyson CY28 Park White 2. Но заявленная мощность всасывания выше – 250 аэроватт. Длина шнура 5 метров. В комплекте поставки нет мебельной насадки, не предусмотрена регулировка мощности. В остальном, с технической точки зрения, они почти идентичны. Предусмотрено несколько уровней фильтрации, включая фильтр HEPA-12. Цена – 15 тысяч рублей. Несмотря на множество положительных отзывов и 91% рекомендаций пользователей Яндекс.Маркета, мы отдаем этому пылесосу лишь 6 место. Конкуренты лучше справляются с уборкой ковровых покрытий. Для поклонников Körcher эта модель достойна внимания. Производителям предлагаются вариации с расширенной комплектацией. Но мы рекомендуем присмотреться к мощным моделям, не уступающим по функционалу, с ценником на порядок ниже. Например, LG VK76 A02 NTL или Thomas Multicyclon Pro 14. На пятом месте Samsung SC4520. Долгожитель рынка. Продажи стартовали еще в 2009 году, но и по сей день модель актуальна. Причин несколько: низкая цена – 7500 рублей. Отличная мощность всасывания – 350 Вт, при относительно невысоком энергопотреблении – 1600 Вт. Для сравнения, LG VK76 A02 NTL при мощности всасывания 380 Вт потребляет уже 2000 Вт. Объем контейнера для сбора пыли средний – 1,3 литра. Достаточный для генеральной уборки 3-4 комнат. Длина сетевого шнура 6 метров. Комплект поставки минимальный, основная комбинированная насадка для уборки разных типов поверхности, полевая и щелевая. Регулировка мощности ручная, открытием-закрытием окошка на основной трубке.
Удлинительная труба разборная, но не телескопическая, как у всех конкурентов в рейтинге. Модель, проверенная временем и тысячами пользователей, 85% рекомендаций на Яндекс.Маркете. Из позиции соотношения цена-качество она лучшая в рейтинге. А с другой стороны, современные модели могут представить интересные решения: телескопическая трубка, простая чистка контейнера, HEPA-фильтры нового поколения, улавливающие пыль на порядок лучше, регулировка мощности, которые для многих станут преимуществами в их пользу. Мы также оставляем Samsung SC4520 на тот случай, когда вопрос экономии стоит остро. Считаем, что лучше обратить внимание на конкурентов из топ-3. Четвертую строчку занимает Bosch PGS21WX200. Интересен надежностью, гарантией на мотор 10 лет, высокой мощностью всасывания около 350 аэроватт. Использованием технологии Power Air Cyclone, тройная циркуляция воздуха для лучшей очистки. Профессиональным набором аксессуаров. В комплекте насадки – традиционная комбинированная, уборка твердых и ковровых покрытий, щелевая, мебельная и самое интересное – для сверления. Таким аксессуаром не оснащается ни один конкурент из рейтинга. Ее можно только докупить отдельно. За счет большой рабочей площади насадка под высоким давлением присасывается к стене, а дальше стоит направить сверло дрели или перфоратора в соответствующий отсек, и вся пыль в процессе работы будет моментально затягиваться в систему пылесоса. Объем контейнера 2 литра, встроенная система «Циклон» с рядом моющих фильтров. Предусмотрена регулировка мощности на корпусе. Габариты 44,6 на 31 на 28,7 см. Вес 5 кг. Цена 25 тысяч рублей. Максимальная оценка и 100% рекомендация пользователей Яндекс.Маркета не убедили нас в том, что пылесос достоин места в топ-3. Во-первых, модель новая, еще не проверена временем. Во-вторых, одна из самых дорогих в рейтинге. Переплата за насадку для сверления, которую в теории можно купить за пару сотен, перспектива сомнительная. А во всем остальном лидеры рейтинга не уступают при заметно меньшей цене. Тройку лидеров открывает LG VK76A02NTL. Недорогой пылесос, который может похвастаться мощностью всасывания 380 аэроватт. Большим контейнером для сбора пыли на 1,5 литра и многоступенчатой системой фильтрации, включая фильтр HEPA-11. Выполнен из пластика в элегантном черном цвете, прозрачный лишь контейнер для пыли. Комплект поставки классический, помимо самого агрегата, основная насадка, пол-ковер, пылевая и щелевая насадки. Регулировка мощности производится затвором на телескопической трубке. Длина шнура 5,3 метра. Цена – 8 тысяч рублей. Отличный бюджетный пылесос. Некоторые пользователи жалуются на качество материалов сборки, отсутствие регулировки мощности, короткий кабель питания. Но ни один бюджетник на рынке не предлагает ничего лучше. Исключение – Томас мультициклон Pro 14. Стоит он на 3000 рублей дороже, но предполагает мультициклонную систему фильтрации. Это улучшает как качество уборки, так и очистку выходящего воздуха. На втором месте – Томас мультициклон Pro 14. Основная фишка модели – система фильтрации мультициклон. Внутри большого контейнера для сбора пыли 1,6 литра, 13 маленьких циклонов, тщательно разделяющих мусор по фракциям. На выходе фильтр HEPA-10. Этим достигается постоянство мощности всасывания, независимо от уровня заполнения контейнера, который чистится просто, достаточно нажать на одну кнопку. Мощность всасывания составляет 300 Вт, отличный показатель при номинальной мощности в 1800 Вт. В комплекте поставки – основная насадка для уборки ковровых и твердых поверхностей, пылевая, щелевая и для мягкой мебели. Кабель сматываемый длиной 6 метров и телескопическая трубка, для которой предусмотрен держатель на корпусе. Они делают ежедневную эксплуатацию пылесоса очень комфортной. О надежности модели говорит гарантия производителя на 24 месяца. Цена – 11 тысяч рублей. Хороший пылесос по соотношению цена-качество. Надежность доказана двухлетней гарантией и сотнями пользователей. Переплата в 3000 рублей по сравнению с LG VK76A02NTL оправдана. Если говорить о лидере рейтинга, то он предлагает самую высокую мощность и несколько инновационных технических решений, но дороже на 8000 рублей. Ознакомьтесь с рейтингом до конца, чтобы сделать свой личный выбор, стоит ли его преимущество переплаты. Лидером рейтинга стал Philips FC9733 Power Pro Expert, обладатель самой высокой мощности всасывания в рейтинге 470 Вт. Обратная сторона медали – самое высокое энергопотребление в 2100 Вт.
Внешне интересен подсветкой по контуру, предупреждающей об отсутствии контейнера или о его неплотном прилегании. Контейнер для мусора 2 литра. Из особенностей следует отметить встроенную выдвижную щетку на трубе, трехступенчатую регулировку мощности двумя кнопками, плюс и минус. Удобный отсек для хранения насадок в задней части корпуса. Длинный кабель питания 7 метров. И продуманную систему крепления трубки и насадок с помощью специальных затворных механизмов. Таким же оснащен и контейнер, но у некоторых пользователей из-за него возникают неудобства. Перед нажатием кнопки для открытия необходимо вручную немного поднять крышку. Еще одна фишка пылесоса – конструкция основных насадок, а их у него две. Первая – Diamond Flex. Маленькая высота и вращение на 180 градусов позволяют убираться ей под диваном и в прочих труднодоступных местах. Вторая – True Active Plus. Имеет отверстие по центру, куда всасываются большие частицы грязи, пыли. А специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздухообмен происходит по краям щетки, что способствует улучшению качества уборки вдоль стен, уменьшая недоступную для уборки площадь. Кроме этих насадок, в комплекте поставляются полевая, щелевая и мебельная. От пыли надежно защищает система фильтрации Allergy H13, обеспечивающая очистку выходящего воздуха от пыли на 99,9%. Цена – 19 тысяч рублей. Модель отличается от конкурентов наличием двух основных насадок и высокой мощностью. Не лишена недостатков, включая эргономику и качество сборки. Но 96% пользователей Яндекс.Маркета рекомендуют, и мы присоединяемся, считая модель одной из лучших на рынке. Если цена вам кажется высокой, обратите внимание на серебряного и бронзового призеров рейтинга. Оба стоят заметно дешевле. Это был рейтинг лучших пылесосов с контейнером 2022 года. А стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео.